Погожий день пушинцы, как и все жители Подмосковья, вышли на уборку территории, парков, скверов, мемориала воинской доблести, дворов и детских площадок. Хорошее настроение, хорошая погода. Участвуют городские организации, научные организации, общественные организации. А главное, участвуем все мы, жители города. Мы обеспечиваем желающих орудиями труда. Да, здесь мы раздаем мешки, метла, грабли для сбора мусора. Сколько примет участие сегодня, сложно сказать. Если в прошлом году участников было более 2000 человек, то по нашим ощущениям сегодня их будет больше. В этот день с рабочим визитом Пущино посетила делегация Министерства здравоохранения Московской области. Мы все вместе только можем дать пример нашим детям и помочь сделать наш город, нашу Московскую область лучше, чище, добрее. А мы, как медицинская составляющая, всегда будем работать на улучшение качества и доступности медицинской помощи. А Министерство благоустройства Московской области считает, что цель субботника не только навести порядок в регионе после зимы, но и возродить праздник совместного труда. Неудивительно, что в Пущине акция по уборке была яркой и жизнерадостной. Хорошее настроение создавали воздушные шары и ароматный чай с мягкой выпечкой. И, конечно, танцевальный флешмоб, который провел Владислав Афонин, руководитель образцового коллектива «Мой мир» детско-юношеского центра «Радуга». Настроение отличное, с утра его подняли мероприятием возле ЦКР. Отношусь очень положительно, потому что, мне кажется, нужно любить свой город, делать его чище, помогать. Если все вместе это будут делать, это будет пример для многих людей, которые особенно любят писать гадости в интернете и сами не хотят никуда выйти, ничего сделать. Активная жизненная позиция не дает горожанам сидеть на месте. Они становятся постоянными участниками общественных инициатив и волонтерских акций. Так, например, ученики школы номер 1 вышли на уборку сквера Михаила Кузнецова, дважды Героя Советского Союза. Они собрали весь мелкий мусор и прошлогоднюю листву. Сделали все, чтобы мемориал воинской доблести сверкал чистотой. Эта акция «Светлая память» прошла в рамках весенней недели добра. Екатерина Рускова, Иван Хромов, Михаил Поляков, ТВС Пущино.